собрал штатив в балке. На улице морозяка нафиг. Хиус. Муки продолбил уже. Пойду проверять перемет. На улице опасно что-то шевелить. Сломаются пластмасски все эти. Прогон привязал, приготовился. Не знаю, вытерки. Батарейка нет. Мороз на этот. Стынет все сразу. Просидел, проконтачил. Один раз дернул на лим. Что-то не успел я его этим подсечь. И все, больше не подходил. Нету нифига. Рыбаков тоже нету. Никто не хочет мерзнуть с утра пораньше. Хиус, конечно, ё-моё, теплые штаны пробирает. Так, вроде все настроил. Налимы не глотают нифига. Почему-то. Вчера тоже упали несколько крупных. Нифига не заглотили. Верши подряд обсосанные идут.
второй переметке поеду. Там ни хрена не ловится, растут нету. Значит, там неделя. Просто так не повредить. Я не поеду сегодня за ершами. Чёрт, холодно, болот перетаскивает на охоту. Выдавливать надо сначала. От палатки. Этот, я думаю, не климат. Даже если шмель брать, все равно неохота отдохнуть сегодня от рыбалки. Черт. Вопрос. Бензин готов. До сих пор думаю, то ли ехать, то ли не ехать на второй. Смысл есть, нету. Желания точно нету. Что там по одному налиму на нем попадает? Не, не поеду. Черт, сейчас в тепле разберу штатив. До дома. Чайку горяченького. И на рынок. Пока налимы не замерзли. Это были вновь не диалоги, а рыбалки. Всем пока. Не мерзните.